А угости сигареты, а? Спасибо. А можно еще одну, ребят? Спасибо. Ух ты. Слушай, а ты не был случайно на Радуге? У тебя лицо знакомое. Да нет, не был. Ну ладно. Нет. Слушай, тебя как зовут-то? Провод. Провод? А, ну, понятно. Я профессиональный какой-то проводник, скажем так. То есть я знаю, как это делается. В поезде работает. Я вообще считаю, что вот все мы, вот те, кто что-то сочиняет, мы как бы не являемся на самом деле авторами. Являемся какими-то такими проводниками чего-то, что существует где-то вот везде. То есть оно везде существует. Для этого просто нужно сказать, набраться определенного мужества и подписаться под тем, что ты согласен платить за то, что ты вот это включаешься. В результате чего-то хватаешься за это дело, и здесь у тебя какой-то поток. Ну, я не могу сказать, что я какой-то там автор. Я профессиональный какой-то проводник, скажем. Давай я тебя сфотографирую. Ну, давай. Ну все, давай, будь. А, слушай, а запиши мой номер, а? Вот, потом скинь. Ну давай, пока. А, слушай, мы здесь, в принципе, всегда тусуемся, подходи, если что. Давай, удачи. Минут пять, ты сидишь и конкурс мокрых футболок сразу. Да, конечно. Я в новом выборке не пойду.